Пожар в спортивном клубе подмосковного Реутова потушен. Сейчас спасатели проливают сгоревшие помещения. В районе ЧП сохраняется едкий запах гари. Пламя было такой силой, что эвакуироваться пришлось не только посетителям центра, но и жителям соседних домов. Сейчас на месте происшествия работает наш корреспондент Дмитрий Блинников. Здравствуйте, Дмитрий. Ну, насколько серьезно пострадало здание и что известно о причинах пожара? Да, пожар к этому часу уже потушили, хотя сильный запах гари по-прежнему ощущается на много километров вокруг. На месте сейчас работают спасатели, они разбирают завалы. Надо сказать, что внешние стены спортивного клуба уцелели, но вот помещения внутри выгорели дотла, и в том числе крыша здания. Огонь вспыхнул в 11 часов утра на первом этаже и быстро охватил большое здание. В общей сложности выгорело 2500 квадратных метров. Следователи сейчас выясняют причины возгорания. От комментариев они пока отказываются, но вот местные жители рассказали нам, что перед тем, как начался пожар, они слышали сильный хлопок. У меня внук услышал сильный хлопок, значит, на крыше. Мы тут же подбежали и увидели... Очень большое, посредине крыши пламя огромное. У нас еще гость был, он видел, как два человека на крыше производили какие-то работы. К счастью, никто из посетителей спортивного клуба не пострадал. Их быстро вывели на улицу. Вот чего не скажешь о жильцах соседних многоэтажных домов, на которые в любой момент мог перекинуться огонь. Они рассказали нам, что никто из множества консьержей, дворников не отреагировал. Эвакуацию не объявляли, сигнализация не сработала. Люди сами покидали квартиры, выскакивали на улицу и там растаскивали припаркованные машины. Из-за них горящему зданию долго не могли проехать пожарные. Паника была, но люди понимали, что горит не наш дом, поэтому, в принципе, все более-менее нормально справились. Но хотелось бы, чтобы кто-то своевременно об этом сообщил, скажем так, потому что страшно именно от незнания. Мы попробовали получить комментарии в местной управляющей компании, но, похоже, там все разбежались. С утра никого из сотрудников не видели, а двери офиса вот до сих пор закрыты. И вот такие новости к этому часу. Спасибо, Дмитрий. Последняя информация о пожаре о спортклубе Реутова сообщил Дмитрий Блинников.